Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и я рад вас приветствовать на своем новом видео. И сегодня мы с вами поиграем Hillside Drive, Hole in, Hungry Animals, Jolly on Puzzle, King Archer, Stick War Legacy, Scary Feature 3D и Roblox. Ребятки, поэтому усаживайтесь поудобнее, видосик будет довольно-таки долгий, поэтому зарядите, пожалуйста, его своим лайком. А мы начинаем с первой игры. Мы уже с вами ранее играли в эту игрушку, продолжаем. Ребят, играем мы за трактор, вот такой вот. И, кстати, его можно будет прокачивать. У нас уже, в принципе, достаточно количество, ну, достаточно много денежек. Я думаю, что вот как мы доедем эту карточку, мы с вами постараемся его немножко проапгрейднуть. Нам нужно выполнить какое-то там задание. Я что-то не обратил внимания, не прочитал, точнее, какое именно. Ну, короче, ничего страшного, ребятки, разберемся. По ходу дела будем разбираться. Мы с вами всегда разбираемся по ходу дела. Давайте я немножечко сделаю потише, потому что мне прям реально очень громко. Вам, в принципе, не изменилось ничего, мне кажется, а вот мне стало реально получше, когда я звук скрутил. Ребят, не забывайте предлагать в комментариях крутые игрушки. И, кстати, напишите в комментариях, знаете что? Напишите в комментариях, где вы отдыхали этим летом, а, возможно, вы еще отдыхаете. Если отдыхаете, то тоже где и когда вы уже вернетесь к себе домой. Ну, мне просто реально очень интересно, потому что лето заканчивается, скоро начнутся эти... начнется учеба у вас, да, мы с вами будем видеться, наверное, почаще, потому что, ну, как ни крути, лето — это такое время отдыха, я сам, в принципе, ребятки, немножечко халявлю, да, у меня, как бы, есть еще каналы, ну, как бы, еще один канал, который называется Алексис, я там вообще разленился на том канале, я обычно снимал на нем Майнкрафт, я думаю, что буду восстанавливать скоро эту рубрику, но, скорее всего, что это будет уже активно восстанавливаться с сентября. Короче, лето, ребятки, летом я отдыхал, так же, наверное, как и вы. Так, сколько мы тут уже с вами проехали? Мы, наверное, уже рекорд с вами поставили, да? Да, рекорд поставили, но еще никак не можем погибнуть. И вот снова бензинчик. Опа, все, погнали дальше. Да, это, конечно, было мощно. Ребят, но, видите, как бы дальше мы с вами не можем поехать в силу неспособности нашего трактора. Довольно-таки он слабенький, да, очень слабенький. Так, как мне вернуться в гараж? Enable? Нет, погодите, это не то. А, стоп, ребят, скорее всего, что мне нужно просто проиграть, так понимаю, да? Мне нужно, чтобы мне закончился бензин, но это вообще не проблема, ребят. Сейчас мы его быстренько с вами сожжем, этот бензинчик. Кстати, кому не нравится эта игрушка, не спешите закрывать видосик. Потому что дальше много новых игр, ребятки. Вот, например, следующая игрушка, по-моему, новая. Так, все, у нас уже закончился бензин. Давайте посмотрим. А, мы, кстати, выполнили с вами задание. Давайте глянем, что мы можем улучшить в нашем тракторе. Вау, да мы много чего здесь, ребята, можем улучшить. Посмотрите, реально, очень много всего. Ну, я предлагаю, ребятки, уже в следующий раз это все улучшать. Ну, а следующая игрушка — это у нас, ребятки, Hungry Animal. Давайте разбираться, что здесь нужно делать. Итак, есть у нас, получается, животные. Они поедают вот эти вот всякие плюшечки, да? Так, я понял. Угу. Опа, 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 опа. Так, все, в принципе, да? Мы все с вами сделали верно. А, нет, ребята, мы с вами не сделали все верно. Нет, 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 нет. Короче, нужно смотреть, что сделать. Короче, смотрите, делаем рестарт, потому что я изначально не понял, как нужно играть в эту игрушку. Вот теперь я уже догоняю, смотрите. Кстати, в принципе, неплохой такой сюжетик, мне нравится. Так, это песик, да? Песик у нас любит кушать косточку. Так, котик любит кушать рыбку. Зайчик любит кушать морковочку. Морковочку. Так, а хрюшка любит пиццу. Все, миссия выполнена. Так, отлично, следующая миссия. Давайте мы сделаем тогда вот так. Вот, котик, иди сюда. И, кстати, так, хрюшечка, давайте... А, тут можно, в принципе, из-за того играть. Так, ну все, в принципе, хрюшка уже сделала все, что от нее требовалось. Так, теперь сюда, сюда, сюда и сюда. Мы как бы не можем, ребятки, например, заезжать на то же самое место. То есть, если мы уже с вами, например... Вот так вот сделали, то есть обратно мы вернуться... А, стоп, мы можем еще вернуться обратно? А, реально, сорянчик, ребят, значит, можно все-таки вернуться обратно. Так, смотрите. Опа, опа, опа. А, стоп, 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 нет, нет, нет. Вот так нужно делать, наверное. Теперь вот так сюда, 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 сюда и сюда вот. Так, и тут, в принципе, тоже все просто. Да, миссия выполнена. Давайте пройдем еще несколько миссий. Что-то мне больно уж понравилась эта игра. Так, давай поехали сюда. Поедаем пирожочки. Так, все, мы съели пирожок.
Теперь хрюшки, осталось есть только хлебушки. Ну как это хлебушки, это не пирожки. И пиццу. Так, кролик у нас любит морковочку, да? Окей, давайте мы тогда сделаем вот так вот. И он съедает свою морковочку. Так, окей, этот котик любит съесть, наверное, эту вот рыбку. Да, а тот котик съест остальную рыбку. Так, ой-ой-ой, что-то я сделал не так, ребят. Что-то я сделал не так. Так. Если вот сюда, 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 сюда и вот сюда. Есть, миссия выполнена. Отлично, давайте мы пройдем с вами еще последнюю миссию и будем открывать следующую игрушку. Так, окей. Давайте разбираться. Этот вот так, значит, сделает. Угу. Так, ты сделаешь песик вот так вот. И котик кушает вот так вот. Все, отлично. Ну а следующая игрушка — это у нас, друзья, Jolly on Puzzle. Давайте будем разбираться, что же нам нужно сделать в этой вот игре. Это, смотрите, такие вот желеечки прикольненькие. Наверх мы их ставить не можем, да? Так, окей. Ага, все, пазл сложился. Смотрите, опа, есть. Это тоже сложилось. И сюда вот. Так, отлично, все good. Отлично, now let's start it, да? Короче, следующая миссия. Это вторая. А, можно было вторую и третью открыть, да? Прикольненько. Ладно, ладно, тогда давайте мы сделаем, знаете как, ребят? Так, погодите, а как нам тут поступить? Вот тут я, ребята, не в курсе, как нам тут поступить, смотрите. Угу, так, это объединилась штучка. Так, блин. И что дальше? Все, проиграли, блин, проиграли. Так, а как вернуть обратно? Вот так вот, рестарт. Нужно, короче, подумать, ребят. Нужно подумать, как там поступить. Угу. А, все, я понял, я понял. Нет, 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 блин. Так они должны были, по идее, объединиться, мне кажется. Так, давайте мы сделаем еще раз вот так вот. Рестарт, смотрите, вот так вот делаем. Опа, 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 так, все есть. Сейчас, ребят, что делаем сейчас? Блин, как же все сложно. Нужно подумать, как нам тут поступить. А мы можем вообще передвигать два кубика? Вот они когда объединились? А, почему? Нет, конечно, да, конечно, можем, все. Есть. Мы объединили. Ой, стоп, смотрите, шестая миссия доступна. Ну, давайте мы лучше третью пройдем. Так, окейшки, погнали тогда дальше. Оп, так, это сюда упало. Угу, отлично. Так, дальше это сюда упало. Так, тут мы сейчас, смотрите, как объединим это все. Нет, блин. А, ну, либо вот так вот. Да, так тоже нормально. И, к сожалению, что мы проиграли, да, ребята. Мы, к сожалению, с вами проиграли. Блин, какая-то сложная игра, если честно. Сложноватая, сложноватая игрушечка. Как бы нам с вами тут поступить-то, а? Может, вот так вот? Может быть, и вот так. А хотя, блин, ребят, какая-то она реально сложная, очень сложная игра. Да. Ладно, давайте будем тогда открывать следующую игрушку. Мне кажется, что я эту игрушку вообще удалю. Она мне что-то не очень сильно понравилась. Открываем следующую игру. Это у нас King Archer. И в прошлый раз мы с вами начали проходить кампанию. Остановились на четвертой миссии. Давайте постараемся пройти ее. Опа. Опа. Так, два раза нужно, значит, попасть в чувачка, чтобы его закили. Так, физика у нас здесь работает довольно-таки неплохо. Так, все окей. Этот чувак сейчас будет, типа, в меня стрелять, да? Так, мы его тоже грохнули. Он в меня пока что не попал ни разу. Так, раз получи. И, опа, еще раз. Прям захедшотили, ребят. Неплохо мы с вами вообще стреляем. Так, о, попал. Отлично. То есть через стену тоже попадай. Ой, через низ тоже попадаем, ребятки. Еще можно, кстати, в голову попадать. Если попадаем в голову, тогда мы с первого раза уничтожаем чувачка. Ну, типа, вроде бы уничтожаем с первого раза. Мне кажется, да? Оп, смотрите, в ногу попало. И... да ё-моё, что-то не можем мы с вами попасть куда надо. Так, тоже готово. Угу. Все. А, четвертая миссия выполнена, да? Я так понимаю, что это вот у нас уже пятая миссия пошла. Кстати, здесь эффекты очень такие, знаете, плоховатенькие эффекты на самом-то деле. Ну вот, например, когда мы попадаем в человечка, ну вот сразу в голову попал, и он, короче, ласты склеил. Когда мы попадаем в человечка, то только такие брызги, небольшие брызги крови, и все. Короче, долго мы играть в эту вот игрушку с вами, я так понимаю, не будем. Блин, чуть-чуть перелет, чуть-чуть недолет, и... да ё-моё, совсем немножечко, давай... есть, попали. И давайте, ребят, короче, мы доиграем с вами в эту миссию. И все, будем открывать следующую тогда игрушечку. На, получай. Так, на нас бежит челик, давай прям в голову постараемся ему попасть. Есть. Снова бежит челик, снова в голову постараемся попасть. Опа, есть.
Это уже дабл килл, смотрите. Сейчас будет трипл килл. Ё-моё, это, конечно, мы красавчики с вами, смотрите. Оп. Ну, этот раз смазали, конечно. Хотя нет, почему смазали? Тоже попали в голову. Тоже попали в голову. Есть, ребятки, все. Миссия выполнена. И теперь можно открывать следующую игрушку. Ой, блин, там, кстати, новый персонаж какой-то был. Ладно, это у нас Stick War Legacy. Сегодня мы с вами читерить, ребят, сильно не будем, поэтому давайте будем прокачивать тех бойцов, за которых мы будем играть. Так, этого пацанчика будем с вами вызывать, конечно, ну, типа, строить лучника. И все, в принципе, нормально. Короче, лучники и гиганты. Этого нам хватит. Так, окей, давайте тогда все деньги мы бросаем на то, чтобы построились... ну, сначала, чтобы золото у нас было. Возможно, потом в конце, ребят, мы с вами... подкупим здесь кое-что, но вряд ли, конечно, я это буду делать. Единственное, что можно как читерить немножечко, это вот так вот, знаете, чтобы изначально нам чуть больше денежек падало. Да. Вот, давай-давай-давай быстрее, арбайтен-арбайтен. Эта штука будет работать, пока, вот видите, не пройдет эта стрелочка. Да, вот единственное... А, еще они очень много денег приносят, да, вот реально очень много денег. Это вот единственное, что я буду читерить. Все, больше по-другому читерить мы с вами, ребятки, никак не будем. Только так, и все, по-другому никак. Так, отлично. И давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все, гиганта возводим. Опа, есть, все, есть гигант. Ребят, тут мы будем сражаться с вами только гигантами. И, в принципе, лучниками. Так, давай-давай-давай, пошло ускорение. Давай, пару раз можно, ребятки, в принципе, это выбрать. Скоро у нас создастся гигант наш, да, наш монстряка. Я вот не знаю, может быть, мне еще парочку копателей создать. Смотрите, какой он крутой. Он реально просто суперский, да? Так, парочка лучников. И давайте вот пусть еще один гигант возводится. У нас уже будет два гиганта. Два гиганта это уже, ребятки, реальная мощь. Непобедимая мощь. Мы с вами будем строить вот так. Вот один гигант, два лучника. Один гигант, два лучника. Так, вы давай там копать или копайте быстрее, потому что нам нужны деньги. Ребят, мы практически с вами не читерим. Это самый такой безобидный читинг, что только есть. Да. Опа, есть у нас еще один пацанчик. Так, давайте мы еще одного тогда лучника возведем. Так, то этот чувак только лучников строит, и все, у него уже 4 лучника. Ну, короче, ерунда. Да, ребятки, ерунда, мы порвем с вами их. Давай, давай, быстрее, быстрее собирайте деньги. Мне нужно больше денег. Так, 20. О, нам еще башня, оказывается, приносит баблишко. Ребята, так, как только у нас будет с вами 3 гиганта, мы с вами будем сразу же нападать. Так, вот все, вот теперь можно, в принципе, лучников возводить. Давай, 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 давай. А, нет, это сами копатели мне приносят по 300 с копейками, да. Денег, это просто они быстрее добывают это все. Так, ладно, ребят, давайте долго мы с вами тянуть не будем. Я предлагаю уже ринуться в бой. Так, все, третий гигант есть у нас с вами. Так, все, лучники себе пусть возводятся. И в бой, моя Спарта, да, все. Смотрите, какие мощные рогатые перцы пошли. Очень мощные. Так, на, получай. Ну, кстати, урона они не очень много наносят. Вот эти вот чувачки, вот эти вот, они наносят прямо очень много урона. Но, ребят, сегодня я их возводить не буду. Я не сильно сегодня читерю, да. Сколько тут у меня уже лучников? У меня, в принципе, тут уже достаточно много лучников, в принципе. Так, все, пробили мы рубеж, ребята. Пробили, пробили. Давай, в бой. Так, что он сейчас будет делать? А, стреляет. Ну, понятно, ребятки, он читерит. Компьютер не умеет играть без читов. Эй, давай, в бой пошел, блин. В бой, я тебе сказал. Ты че, блин? Так, эй. Давай в бой. О, наконец-то. Наконец-то он... раздуплился этот пацанчик. Так, все, хорошо. Давайте теперь на все деньги в лучников возводим. Сколько тут у нас лучников? Ну, в принципе, немало у нас там лучников. Тут тоже вон куча лучников. Кстати, весь удар гигант один принимает на себя. Но ничего, все, мы сейчас их уничтожим. Они что, их еще замораживают немножко, да, когда бьют? Угу. Так, а лучники все подбегают и подбегают, подбегают и подбегают. Так, сейчас он обратно будет, ребятки, как-то читерить. Этот компьютер, а хотя нет, не успеет, ребят, не успеет он читерить. Мы с вами его грохнули, да, отлично. Все, мы выиграли, победа. 4 минуты, ребят, играли, представляете? Ну, 4 минуты, это как бы нормально. Ладно, закрываем Stick War Legacy, открываем следующую игру. Это у нас Scary Teacher 3D. Ну и в этой игре произошли обновления. Был добавлен, ну как бы было добавлено 2 миссии, ребят. Это у нас Concrete Plane. Давайте постараемся ее пройти. Ну и давайте посмотрим тогда... видосик, может быть, он нам о чем-то скажет. Давайте сделаю погромче. Hard at work.
Он, получается, ей статую строит. Он говорит, вот идиот, я с ними играю. Говорит, время, чтобы немножечко приукраситься. Так, окейушки, ребят. Как вы знаете, мы здесь с вами любим немножечко читерить. Так, давайте тогда откроем сразу все эти штучки. Так, что нам нужно сделать? Найти миску. Так, миску можно найти в Working Room, либо же можно ее просто купить. В принципе, я не понимаю пока, зачем она нам надо, эта миска. Но я, в принципе, догадываюсь. Так, turn off the cement machine. Так, понятно. Так, цемент машин. А, все, я понял. Ребятки, короче, нам нужно вырубить цементную машину. Так, ну нам нужно дождаться, пока Фрэнсис уйдет, чтобы он нас не поймал. Если Фрэнсис нас ловит, ребят, это не училка. Тогда мы сразу проигрываем. То есть нас в игре может поймать только училка, и мы можем от нее убежать. Но если нас ловит Фрэнсис, то от него убежать мы, ребята, к сожалению, увы, не можем. Так, Фрэнсис где-то тут должен быть. Так, где он? А, вон он еще там работает, да? Ладно, пусть работает. Мы пока что, ребята, подождем. Так, подождать, пока Фрэнсис свалит. Ну, давай, Фрэнсис, сваливай. А если мы на крышу где-то вылезем? Хотя он еще может меня запалить тогда, этот Фрэнсис. О, есть, ребят, пошел. Он пошел, отлично. Отлично. Так, нам нужно дождаться, пока он зайдет в дом, ребят. Давайте мы тогда вырубим эту штуку. Опа. Так, все. Есть. Он зашел в дом или еще нет? Да, все. Он заходит в дом. Так, что нам нужно делать дальше? Сейчас еще училка нас может поймать, ребят. Училка подходит сюда. Ну, ничего страшного. От училки мы с вами можем убегать. Get cement from the... Так, нам нужен цемент. Все. Есть. Отлично. Так, теперь нужно взять, наверное, эту штучку. Так, все, она бежит за мной. Ну, ничего страшного. Мы сейчас от нее убежим. Так, ну-ка, отпусти-ка меня, подруга. Так, все, она меня отпустила, и мы сейчас берем эту вот штуку с цементом. А, мы должны сначала прочитать. Так, collect cement boat. Так, ну вот, это она. Так, все есть, мы взяли ее. Так, дальше. Replace the cement boat. Так, короче, ребят, нам с вами нужно свалить отсюда. Да, давайте мы для начала свалим. Так, и... Потому что мы, в принципе, сделали все, что нам надо вот в этом вот месте. Идем где-то дальше. Так, давайте разбираться, что нам нужно сделать. Я отсюда вот ушел, потому что там нужно было, чтобы нас тот чувак не поймал. Вот он, кстати, сейчас, наверное, уже будет выходить. Нет, он еще пока не выходит. Итак, replace the cement bowl with the cream bowl. Ага. Apply the quick as cement may dry up. The cream up in the washing room upstairs. Так, все, нам нужно наверх подняться быстрее, пока цемент не застыл. Ребят, срочно нужно подняться наверх. Так, мы с вами постараемся подняться по лестнице. Короче, сложная миссия, потому что очень сложно. Нужно от Фрэнсиса убегать. Еще сейчас нужно все быстро делать. Так, нам нужно срочно наверх подняться, ребят. Мы сейчас по ступенькам это сделаем. Быстрее. Я безумно хочу выполнить данную миссию очень сильно. Так, давайте зайдем сюда вот. Теперь нам нужно washing room найти. Срочно нужно найти washing room, пока цемент не застыл, ребят. Застынет цемент, мы с вами тогда проиграем. Washing room. Так, это что? Может быть, вот так вот? Нет? Нет, не так. Не так, ребята, не так. Так, погнали дальше. Washing room. Так, нам нужно тут кое-что заменить. Либо что-то куда-то добавить, что-то. Так, use about. Так, не то, ребятки. Washing room. Подождите, а то, где мы были, это случайно не washing room? Так, тут я еще не был, да? Ну, а, вот. Так, это у нас миска с цементом. Все, меняем. Так, run before Misty catch me. Так, все, ребята, она, в принципе, уже идет нас типа ловить. И мы должны с вами убежать куда-то. Так, давайте мы свалим. Ну, вот, в принципе, то же самое место, откуда мы и пришли. Так, и она, в принципе, сейчас поднимется, да? Вот она сейчас уже зайдет, куда нам нужно. Washing room заходит. Или куда она заходит. А она поднимается. Ну, давайте немножечко подождем. Ну, а вот и видосик, ребят, смотрите. Опа. Ха-ха-ха. Красота получилась, да? Смотрите, какая красота. Она застыла. Ха-ха. Да, ребят, смотрите. What?
Все, миссия выполнена, да? Все, сейчас он ее дробилом этим разобьет, да? Так, да, ребятки, мы с вами выполнили эту миссию, короче. Ой, стоп, нет, 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 я не хочу реплей. Я потом лучше в следующий раз новую миссию выполню. Ладно, ребятки, давайте Roblox ставим на десерт, открываем Save the Girl. Это дождь такой холодный. Так холодно. Ну, конечно, холодно. Давайте мы тогда ее согреем, что ли. Все, она... мы поместили ее в палатку. Она дальше поплыла, да? Дождь прекращается. Все, дождь прекратился. Вот единственное, почему здесь красная этот... Ой, речка. Мне кажется, потому что небо голубое, да? Если бы это тоже было голубое, оно бы сливалось. Ладно, давайте мы поломим тогда рыбешечку. Опа, смотрите. Есть, у нас появился трезубец. Я не знаю, где мы его взяли. Так, это было вкусно. А, дальше акула. Так, мы приплыли, а это акула. О, нет, акула, что же нам делать? Так, давайте, может быть, дадим ей кусок мяса. Все, отлично. И она от нас уплыла. Она от нас отстала. Остров. Необитаемый остров. Ребят, я, по-моему, ранее проходил что-то, ну, эту миссию, кажется. Да-да-да, точно, не кажется, я раньше ее проходил, и, в принципе, я помню, что здесь нужно выбирать. Может быть, кто-то из вас не знает, может быть, кто-то из вас еще не играл в Save the Girl, но это очень популярная игрушка, по крайней мере, месяц назад, ребят, она была безумно популярная. Но сейчас, конечно, ее популярность уже подугасла. Чего ты говоришь? Я не понимаю. Он на своем на умба-умба языке говорит, но прикол в том, что, ребят, я помню, что нужно выбирать. Какие вообще эти действия. Так, тут нужно выбрать костер, смотрите. Я помню, что тут будет костер. Опа, все. Я помню, когда я первый раз играл вот в эту игрушку, то я выбрал этот вот фейерверк, либо что-то такое. То, короче, попал в вертолет, и он упал. Да. Кстати, мы здесь можем с вами поменять ей скин, но я думаю, что не стоит этого делать. Зачем? У нее и так нормальный такой вот стандартный скинчик, правда, ребятки? Так, зомби форест. Лес зомби. Ребят, пройдем с вами буквально еще эту миссию, еще одну. То есть очень быстро мы с вами это все сделаем. Так, тут музыку нужно включить. И зомби, они поразбегаются. Это даже были не зомби, это были просто обычные летучие мыши. Следующее, что это? Это у нас... зомби. Сейчас я превращусь в оборотня. Вау. Да, все. Он испугался. Угу. Так, еще парочку зомби. Парочка. Так, ну тут, в принципе, тоже я помню, что нужно делать. Опа, все, миссия выполнена. Ну и давайте выполним тогда последнюю миссию. Помогите, помогите, кричит эта девушка. Тут нужно вырастить боб. Сейчас будет растение против зомби. Все. Ба-бам. Так. Еще два зомби гонятся за этой бедолагой. Тут я тоже помню, ребят, тут нужно разлить... ну, тут воду нужно пролить, смотрите. Опа, это же электричество. А вода, она, ну, переносит электричество. Да. Окейушки. Следующее, ребят, что мы будем сейчас с вами делать? Это, масло, все, да. Бросаем масло, он сейчас упадет, и миссия выполнена. Вот теперь, ребят, можно открывать Roblox. Ну а в Роблоксе мы с вами поиграем в мини-игрушку, которая называется Tower of Hell, ребят. Это очень жесткая катка вообще. Ой, это очень жесткая игрушка. Безумно жесткая. Короче, я не знаю, вообще есть такие люди, которые полностью прошли эту игрушку? Мне кажется, что таких просто нету. Потому что я помню, что я еще даже вот тут вот этот уровень не мог пройти. Представляете, самый первый уровень? Tower of Hell. Ну это капец. Какая она на самом-то деле жесткая. Так, а что это такое? Тут мы погибаем или это... типа как спаунер какой-то. И в чем прикол, что даже если вы подниметесь там практически до самого верха, ребят, то вы можете просто разбиться, представляете? Вот реально, вот вы практически дошли до самого конца. И хопочки, и погибли, 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 погибли! И я просто обратно свалился, да? Это очень жесткая карта, ребят. Это настолько жесткая карта, что жестче просто нету. Так, либо же по ступенькам можно бежать. Так, стоп, погодите. А бежать по ступенькам можно прям до самого конца или нет? Сейчас посмотрим, ребятки, до какого конца можно бежать. Так, нет, к сожалению, не до самого конца, ребята. Капец, можно было просто по той лестнице подняться, либо же вот так вот. Так, ну ладно, ладно, ладно. Мы с вами пройдем, интересно, самый первый уровень. Нет, конечно, ребят, конечно же, мы его не пройдем. Давайте вот так. Есть еще у меня одна жизнь. Это просто жесть. Интересно, там есть какие-то ребята? Можно увеличить, посмотреть? Я на что? Вряд ли, ребят, это можно делать. Короче, у нас с вами есть еще одна последняя жизнь, которую мы сейчас стараемся с вами использовать. Давай, лезь наверх, лезь, лезь на гору. Давай, чувак, я в тебя верю. Я в тебя верю. Так, все, отлично.
Отлично. Прыгает, прыгает. Опа, оп, оп. Я свалился. Блин, короче, ладненько, ребятки. Зря я выбрал, наверное, этот режим. Мне даже если бы $1 000 000 давали, я бы, наверное, вряд ли бы прошел этот вот режим. Серьезно, вот 100%. Ребятки, на этом свое видео буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и всем пока!